Мас, смотри, у нас сегодня лайфхаки. А чё кровать тут стоит? Мас, сейчас увидишь. Короче, друзья, смотрите, делаем. Тайм сет 15 тысяч. Так. Ну, просто, ложись спать. Теперь, Мас, смотри, что мы делаем. Ты чё? Ма, тихо. Как думаешь, он сгорит, Ма? Ну, я не знаю, но он... Ма, а теперь смотри, Ма. Это выглядит максимально крипово. Ма, твои ставки, он останется в живых. Я, ты его залила, вы же! Ма, подожди, теперь убираем. Убираем. Так, смотри, Ма, смотрим, ну-ка. Так. Ма, твои ставки. Он живой? Я не знаю. Но Ма... если ты так говоришь, наверное, останется. Ма, ну-ка. Так, так, ладно. Ну-ка, друзья, мы сейчас увидим истину. 3, 2, 1, 0. Па-па-па-па! Ма, он живой! Что за прикол ты? Вы бы такое вообще видали, друзья? Что это такое? Ма, что ты тут делаешь, Ма? Ай, ну Женя, ну я же сейчас... Всё, Ма, видели, это никакой не мод. Ну как, это, короче, мега крутой терминатор-житель, короче. Короче, подожди. За такие тихо, лайфхаки... Вот смотри, день, Ма, он проснулся. Жители, я тебе советую и очень... И все, он быть... не сможет выйти, похоже. Надо быть максимально аккуратным. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, потому что сегодня будет серия с лайфхаками. Ма, дай им леща! Ма, давай им чипова! Подписывайтесь на канал, я сейчас вам лещей раздам. Блин, блин, мне походу сейчас хана! И вопросик дня, короче. Чисто напишите, какое вы животное, с кем вы себя олицетворяете, ассоциируете. Я тигр, Ма. Я лисичка. Ма, лисичка, я тигран. Я лисичка, ой, ты лисичка, я тигран. Тара-тара-та-та-та-н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 а. Ма! Он пережил лаву, Ма, он пережил лаву. Ты его просто как последнее это. А почему кровать не горит? Это нелогично. Ну, это, кстати, да, Ма. Она должна гореть. Ма, ну-ка, аляк. А, ты не можешь лечь. Подожди, ну, подожди, друзья, сейчас будет эксперимент, друг. Маляк. Ну-ка. Налей мне на меня лаву. Блин, я же засыпаю. Ну-ка. Так. Ма, нет? А, нет. Не, подожди, подожди. Ой, это где я? Подожди, я нажала escape, но когда я лежала и на меня натянула... А, значит, работает, да. Подожди, давай еще раз попробуем. А зачем ты escape нажала? Я хотела постоять... Вот, блин, что меня пёхает? Ма, давай, ложись, всё. Ложись, ложись. Так, давай. Ну-ка. Давай. Оп. Ну-ка. Так. Сейчас, и не вставай, Ма, и не вставай, не вставай. Так, давай. О, натекло. Теперь, нет. Теперь убираю. Смотрите, друзья, лайфхак. Просто без давай, смерти. Давай, давай, да, теперь всё, я уже убираю. Сейчас стекает. Нифига, друзья, а как там видно это все? Типа лава лишь одна? Да, просто красная вокруг. Смотри, Ма! Она пускается, а я жива. Масса. Смотрите, лайфхак. Вы знали, друзья? Мы чисто ради вас, знаете, проверяем лайфхак. Прикол, вообще мне нравится. Прикиньте, друзья, и такое есть в Майнкрафте. Вы можете проверить сами, либо с вашими друзьями. Это реально работает. Так, давай что-нибудь следующее прикольное. Ма, прикольно что-нибудь следующее. Итак, значит. Так. Теперь следующая разработка. Смотрите, мы можем сделать бедрок. Смотрите, вот так. Вот из так. Камня? Ма, сейчас увидишь. Так, делаем вот такую. Так. Эндермен. Ма, я думал, у меня печку стырил. Ставим, смотрите, вот сюда бедрокич. Вот сюда бедрокич. Так. Сюда мы ставим, короче, алмазный блок. Сейчас, ну-ка, так. Вот так, я видел в ТикТоке. Потом здесь мы, значит, берем, заливаем все лавой. А чё мы делаем? Мамы делаем обсид... Ой... Бедрок. Бедрок, да, бедрок. Бедрок из алмазов? Потом вот сюда вот так. И заливаем все это быстренько водой. Так, ну-ка. И... Опа-па-па-па-па, пошла жара. И теперь, Ма, когда мы уберем воду... Сейчас мы... Да ладно. Там это он. Вместо алмаза, Ма, будет это... Подожди, Ма, не копай. Подожди, Ма, не копай. Так он не копается. Сейчас, подожди, мы сначала убираем, Ма, подожди, вот так вот все, убираем воду. Все, вода убрана. Подожди, я сейчас аккуратненько сам вскрою. Так. И сейчас вот сюда, надо идти, Ма, здесь вот копать. Иди сюда, Ма. Так. Сейчас, три. Копай. Сейчас. А, готово. Давай. Ма, воу!
Лол? Как? Мадак. Да подожди, вы дрог, невозможно получить. Короче, дорогие друзья, мы вас развели, это лайфхак не работает. Мы просто за кадром поставили мобы дрог. Это маг поставил. Ладно. Короче, друзья, ну мы же должны были над вами прикольнуться. Вот этот лайфхак реально работает, а этот мы за кадром вот сюда просто вместо алмаза бедрокич воткнули. Ну мы честные, мы. Ну мы честные, да, мы все сказали, поэтому... Мы все сказали, мы все карты вскрыли, тузы все свои из рукавов выложили. Ма, туза выкладывай на стол. Да все уже выложила, все тузы просто. Ма. Без рукавов сижу в майке. Ма, отлично, ма. Если что, набираем 1 000 000 лайков, ма будет в инстаграме туза пока. Так, мы отправляемся в ад, я так поняла. Да, короче, ма, смотри, следующий лайфхак. Смотри, ты в курсе, что в аду нельзя воду разливать, но определенным образом можно, ма. Так, ты уже зашел? Ма, я уже там. Ма, иди сюда, иди сюда. Смотри. Не вижу тебя. Вот где она, ты? Вот, рядом, вон, вон. А, все, у меня просто очень темно. А, давай сейчас. Блин. Ма. О, боже, вот зайди в креатив, ма, зайди в креатив. Ой, блин, я еще и горю, господи. Ма, тут газ. Газ, ма. Все, креатива не могила, все. Ма, давай, заходи быстрее, ма. Тут я. Да блин, что так долго? Ма, ты уже... О, на тебе. Видно, нет? Все, да. Ма, иди сюда. Итак, друзья, смотри, что... Ты знаешь, что воду нельзя разливать в аду? Друзья, вы знаете об этом? Смотрите. Как только мы разливаем, она сразу испаряется. Ма, можешь проверить? А как ее... Я знаю, а как ее можно разлить тогда? Итак, друзья, показываю вам рабочий лайфхак. Для этого вам потребуется... Один предмет... Да шо гаст морёт? Ну-ка, сейчас я его убью. Ма, скулит тут чисто. Так, балдел скулить. Нам потребуется... Как она называется-то? Ма, как она называется? Съедем сначала укроп, а потом кошачью попу. 25 картошек, 17 макарошек. Ведро воды и ма туды, а хавку дров и плов готов. Так, ну-ка, вот так ставим ступу. Ой. Ой, не ступу. Этот котел, как он называется? Котел, да, по-моему? Котел. А вот, котел. Для зелья варенья. Ставим котел и... Ма! Вода. Вода! Подожди! В этот нельзя, а в этот разработчики забыли. Здесь можно. Это рабочая вода. Смотрите, мы сейчас даже проверим. Вот сейчас мы разольем лаву. Смотрите, друзья, насколько все хитро. Смотрите, вот мы разливаем лаву. Давай, Ма, сейчас чисто... Покажем зрителям, что из креатива мы выйдем, и эта вода работает сейчас. Ну-ка, так, смотрите. Можно потушиться. Потому что в аду тушиться, как вы знаете, нельзя. Ну, посмотрите, вот. Ай! Ой. Ма, ну-ка. Да ладно, ну-ка, погоди. И сразу в воду, ма. Ну, я в креативе. Ну, ты не в креативе, да? Ты... Я в нише. Обалдеть. Ну, что, друзья, как вам лайфхак? Смотрите, даже Они вода... Они просто забыли. Ребят, вы можете, как лайфхак, взять, короче, с собой котел. И вода и маленечко испарилась, воды. Да. Чисто, прикиньте, и тушиться в аду. Смотрите, маленечко вода, кстати, истратилась, Андрей, А, кстати, да. Побольше ведер с водой берите просто. Смотрите, оп. Испаряется. О, почти про вся испарилась. Ма, уже половина испарилась. Слушай, а может быть это так и должно быть на самом деле? Ну, кстати, Ма, я не знаю, друзья. А то как-то она испаряется, ты не можешь продумать. А почему в этом, смотри, мы наливаем, а здесь нельзя, а в реальном мире можно? Может быть, потому что... А, Ма? Не знаю. Вот именно. Короче, друзья, это все очень интересно, и мы никогда не узнаем правду, баг это, либо это прикол. Напишите в комментариях, как вы считаете. Это был баг? Либо это был прикол, короче. Ма, мне кажется, это... Не знаю, слушай, не знаю. Ну да, потому что смотри, в обычном мире, если мы его сейчас возьмем... Как она называется, там, эта ступа? Котел. Блин, не... Вот, сейчас, смотрите, мы сейчас вот здесь. Оп, и оп. В обычном мире и тут... И... А, подожди, сюда не наливается вода. Опа. Не наливается. А-а-а, или подожди, Или можно налить, сейчас, подожди, проверим. А, не наливается, нет. Офигеть, значит, тогда фишка, значит. Это такая фишка. О, ребят, ну все, это значит классно, можно с собой таскать котел, наливать туда воды, и потом, короче, тушиться водой, если вдруг упали в лаву. Ма, теперь следующее, так, сейчас, чистая карта. Ма, нам потребуется, на тебе.
Зачем мне карта? Теперь нажимай правой кнопкой, и у тебя появится обычная карта, видишь? О, вау. А теперь мы берем, короче, флаг. Ух ты, оно прям прорисовывается наверху, сверху, вид сверху, что мы строили. Ну, конечно, ма. Прикольно. Ты что, не знала? Я даже не знала такого. Ма, ты чё? Прикиньте, пипец. Даже ма 3 года играет, даже не знает, короче. Итак, а теперь, ма, оказывается, это, кстати, ма карту все знали, это ничего не лайфхак. Круто, а мне нравится. Мало и как даже с этим. А теперь мы берем наковальню, кладем туда флаг и переименовываем, допустим, остров. Смотрите, остров. Берем. Просто ты одинокий. О, ты где? Мало здесь. И, допустим, ставим вот сюда и теперь смотрим на нашу карту. Так. Ой, а где мы? Странно. Мало, в смысле, где мы? А что ты хотел сделать? Короче, должен был отобразиться, что тут будет остров. А он что-то не отображается. Давай еще раз попробуй. Мы, кстати, что, даже на карте не перемещаемся. Сейчас, подожди, ну-ка, сейчас, оп. Так. Ой, карта вообще забаговала. А может, новую надо? Может, новую надо создать? Нет. Ну ладно, походу, дело что-то не работает. Ладно, короче, мы тогда переходим к следующему лайфхаку. Мы разоблачаем лайфхаки, они разоблачаем, не работают. Да. Некоторые не работают, да. Сидеть высокое дерево будет лайфхак. Давай. Для этого нам потребуется стекло. Делаем вот так. Ма помогаем, надо сделать, знаешь, вот такую конструкцию. Вот так, вот так, вот так и вверх. Ма помогаем. А, все, вокруг типа. Кружок такой. Ма типа вот кружок. Блин. Ма, вот так в постройках я быстро и строю. Ты видела, пока ты одну возводила, я уже все возвел. Ты не до конца это сделал. Ма, так и должна быть, ма. Ладно. Так, ма, ну так, оп. И теперь так, дерево. Вот так. И теперь мы просто... Сейчас, смотрите, попробуем зафигачить костной штукой. Так, ну-ка. Так, так. О! Ма, тут в натуре три ствол стал. Вот, смотрите, вот обычное дерево, если мы без стекла будем делать, смотрите. Так. Вот оно, маленькое. А вот в стекле оно стало просто ну, больше. Оно, смотри, оно не прям до конца. Оно... Ну да, но все равно выше, ма, давайте. Но оно вытянулось все равно. Давайте проверим еще раз, то есть... А может быть, если не костной мукой делать, а просто оставить его на стену полностью, на всю длину вырасти? Ма, может и полностью. Смотрите, еще раз проверим. Вот обычное дерево. Мы его фигачим, оно... Оно, ну, маленькое. Коротенькое. Коротенькое. Да. Хотите длинное дерево? Фигачьте в трубке. Так. Так. Мочит не растет. Потому что там дерево наверху, он мешает. Да, давай новую трубку мы сделаем. Давай, делаем давай. Новую трубку вот здесь. Оп-оп-оп-оп. Ты где? Да блин. Ма, ты же меня теряешь. Да потому что ты улетаешь, и я тебя из виду теряю. Ма, давай быстрее. Ма, ты не там строишь. Ма, ты не там строишь. Блин. Вот так вот Май строит постройки. Чисто я стараюсь. Чисто пока Ма строил, я уже все построил. Давай. Давай, дыши. Значит, Ма не работает, смотри. Может подольше надо? Может надо пониже, сейчас мы тут срубим. Оп. О, а, не... Нет! Лайфхак, значит, не работает, друзья. Это было рандом! Это было рандом у нас так дерево. Ма, получается, рандом. А мы такие, типа, ой, да мы знаем, что с трубки дерева вышло. Ну, короче, это лайфхак, друзья, значит, не работает. Теперь мы отправляемся в бедрокич. Ма, погнали в бедрок. Есть способ находиться под бедроком и не рипнуться. В смысле? Ма, сейчас расскажу. О, вот и бедрок. О, тихо, Ма, не выпадай! Ой, Ма! Нормально. Ой, тут лава. Так, нам надо... Ма, тут лава. А ты, Ма? Блин, блин, блин. Во, все, я здесь. Так, сейчас мы здесь расчистим такую небольшую площадь. Ой-ой-ой. Тук-тук. Ну так оставим, чтобы светло было. Так. Ай, лава затекает. Ма не затечет. Все, заделали. Так, и чё? И чё? И мы тут в бедроке, допустим. Ну вот мы в бедроке. Так, смотри, Ма. И теперь, сейчас, подожди, я это сделаю, а лава пусть течет, Ма. Так, оп-оп-оп-оп-оп. И теперь, смотрите, друзья, допустим, ну, вы, понятное дело, его никак не сломали. Что тут так лавы много? Смотри, вот пустота, да, Ма? Так, пустота. Вот так делаем, короче, смотрите, заборчик. Так, смотрите, сейчас заборчик. Да шума не получается. Из бедрока?
Нет, заборчик из бедрока. Ма, ты че? Смотрите, вот просто заборчик. Далее берем Курякина. Курякина. Маша, мы на курице будем летать, что ли? Маша, подожди, так. Привязываем к заборчику. Курякин, отправляйся вниз. Курякин отправляется вниз. Мы делаем вот так вот. Вот так вот. Так, и чё? Ма пока вообще, да, не понимает. А чё, мне на курицу прыгать? Подожди, Ма, подожди, так. Теперь мы ставим лодку, Ма. Вот так вот её, так. Слезаем. Так. Так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. И лодка! Ну, а мы теперь можем прыгнуть на лодку. Ма, ну как? Да ладно! Ма, прыгай, ну как? Да ладно! Ма, ну? Мир держится на курице. Ма, мир держится. Короче, если вам будут говорить, что мир держится на трех китах, это все неправда. Мир держится на курице, смотрите. На курице, привязанной к забору. И на которой лодка. Ма, увидели? Ну прикольно, слушай, это вообще очень необычно. Ма. Это странно. Интересно, если отвязать, Ма, ну-ка. Женя! Да-лай, да-ла-ла. Пока. Ла-ла-ла. Я как этот Лео из Титаника. Да все. Просто, просто в пустоту. Итак, возвращаемся в обычный мир, короче, Ма, давай. Копаем, что там прорыл дыру? Ма ждет, чтобы телепортироваться. Ма, ну ты хитрая, конечно. Нет, блин, ну Женя, где там дыру-то рыл? Вижу. Ма, давай. Ой, а, ой, а все, не могу залететь. Ма, хатпу на тебя просто. Вон, 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 вон. О! Как шмель, вон, как шмель летит. А что было? А что темно стало? Ма, совсем офигел. Маш шмель, короче. Так, знаете, в окно такая. Прикиньте, к вам такая маленькая Маша в виде шмели залетает. Это ужасно. Ма, в натуре это ужасно, Ма. Так, следующий лайфхак, Ма. Делать круг в Майнкрафте. Ма, ты... Круг! В Майнкрафте! Какой Ма... круг? Круг! Ну круг, Ма. Чего? Круг ну. Чего? Ма, ну тут как бы все в квадратах, а мы сделаем круг. О, шарф, ты имеешь в виду, не круг. Да какой круг, да шар? Ну, смотрите, ставим рельсы. Берем мед. Ставим вот так вот мед. Ма пока не понимает ничего, так же как с курицей. Вообще ничего не поняла. Так, теперь здесь убираем. Ставим так вот на шрифте вагонетки. Смотрите, ставим. Ма, только не трогай ничего, не трогай. Теперь берем мед. И аккуратненько ломаем рельсу под вагонеткой. Это очень важно, вот так. Ма, встань в центр вагонеток. Ой. Ма, ты все закорявил, ну-ка отойди, Ма. Ну ладно, вышло. Оп. О. Ма, круг. Ну а как? Что, как это? Ма, ну как? Как? Ма, так. Да а если я сломаю? Она вылетела и полетела. Она раскрутилась! Мада! Так быстро, что у нас иллюзия возникла. Мада! А ну как? Ну так. Ма, ну крутой же лайфхак. Ну, если ничего круглого в Майнкрафте нету, ну там, не знаю, какой-нибудь, ну блин, котла какого-нибудь или какой-нибудь штуки, но она квадратная. Ма, она квадратная. Кстати, Ма, теперь следующий лайфхак, друзья, как сделать не взрывающийся динамита стену. Блин, не могу, сейчас. Ма, ну-ка, чё там не можешь, Ма, ну-ка. Ма, чё не можешь? Я сделай. Ма, я сделай. Ма, прикинь, стену сделать, чтобы она не взорвалась от динамита в Майнкрафте без модов. Как, Ма? Ну, это из бедрока. Нет, Ма, можно из любого материала, хоть из дерева. Ладно, сейчас подумаем. О, сделать, короче, стену и вокруг нее такую водную проложку. Подложку. Ма, ну почти. На тебе деревяшка, а я возьму камень. Ма, ну ты почти отгадал. Иди сюда, Ма. Друзья, я сейчас расскажу вам крепость. И строим его вот таким образом. Смотри, вот так, вот так, вот так. Ну, рядышком. Ступеньками? Ма, ступеньками, так. Не, да, вот так. Потом, смотрите, друзья, заворачиваем вот так вот. И вот так. Так. Ма, сделай вот так, давай. Ой, трава мешается. Ма, нет, Ма, не так. А, не в так. В упор, да, о. Теперь, друзья, заливаем вот сюда водичку вот так. Ой,
Ма, главное аккуратно, чтобы не растеклась мова так. А, чтобы она там внутри была, да? Да, ма. О. Это прям надо аккуратненько очень. Так, так. Ой, блин, ма! Одного раза хватает нажатия, одного нажатия. Ма, оп. Оп, оп. Да, так, оп. Все. Ма идет, идет процесс. Во. Теперь над этой стеной мы делаем еще такую же ма. Хм. Ладно. Вот. Ой. Май также заливаем. Так, заливаем, друзья, заливаем. Ма, ну как? И чё? Сейчас, подожди, заливаем водичкой тоже, заливаем. Ну заливаем. Я была права, получается, такая проложка между стеной, короче. Проложка. Ма, такая чисто прокладка, ма. Да, прокладка. Ма. Да, я была права, я знала, что так можно сделать. Чисто ма. В глубине души. Ма, ну не совсем в глубине души, ма немного по-другому это просекла, ну ладно. В смысле? Я не знала этот лайфхак. Так, ну ма, я не про это, ну вы поняли, друзья. Потому что ма это ма. Так. Чё вообще? Да все, хватит, она достаточно высокая. Давай еще выше, еще выше. Так, оп, все. Ма не понимает, что я сейчас подтраниваю. Друзья, надеюсь, вы поняли. Тут как я бы... вообще ничего не поняла. Лайфхак с прокладками. Ты офигел? Ма. Сейчас все девочки тебя возненавидят просто. Ма, ты чё? Так. О. И все. И теперь мы берем, короче, динамитом. Так. И смотрите, просто мы вот так вот прям минируем, ма. Вот так вот. Да, ну, блин, он не знал. Ма, ну твои, давай, твои, короче, ма, утверждения. Ну что, сработает? Мои ставки, я не знаю, ну блин, а как? Ма, так. Давай попробуем, посмотрим. Ну-ка. Да! Ма, да, смотри просто. Офигеть, блин, круто. Это, прикиньте, это как, знаете, стена защиты от SCP, короче, монстров. Это можно сделать реально просто замок с такой стеной, и он не будет с TNT подзрывать. Офигеть. Ма, ну как? Причем это без моды. Это крутой лайфхак, это очень нужный. Это очень нужный лайфхак, друзья. Не знаю. Вообще. Это один из самых, возможно, крутых. Блин, это реально круто. Ну это очень крутой лайфхак. Да, я смотрите, ставлю жирный просто плюс. Да, даже смотрите, давайте наверху мы вот так вот все просто заминируем максимально. И активируем, ма. Так. Капец, вообще. Его ни с одной стороны не пробить. Все вокруг разрушается, а эта стена нет. Просто ваш замок будет стоять вечно. Блин. Ну, конечно, его можно пробить инструментами. Да, типа, инструментами как... важно. Да, топором, но тинтишечка его не возьмет. Да, ну, мам, ну, по-моему, это очень мега круто. Че скажешь? А знаете, защиту можно сделать из обсидиана, короче. И вот так вот еще прокладку. Это вообще будет просто замок несокрушаемый практически. Кстати, ма, зайди, знаешь как, напиши слэш... гейм моды, потом пробел и выбери спектатор. Ну-ка. Так, сделала. О, видишь меня, призрак? Ма, можно вселяться в мобов, когда в спектакль. Например, в лошадь, если правой кнопкой нажать. Смысле, ой, реально? Просто по ней кликнуть, если по ней кликнуть. Ма, кликни по ней. О! И ты будешь видеть лошадь. То, что видит лошадь. Мы можем, например, увидеть, как видит Крипер, либо Эндермен на Shift, ма, выселяться. А как Эндер-дракон? Ма, давай сейчас испытаем. Так, друзья, сейчас я, короче, войду в креатива и поставлю Крипера-зомби. Так, сейчас, ну-ка. Крипер. Так. Сейчас, зомби. Так, зомби. Эндермен. Друзья, вы знали этот лайфхак? Об этом мало вообще кто знает. Сейчас сделаю специально ночь, чтобы они... Я не знала. Прикиньте, друзья. Мы сейчас сможем увидеть так, как разработчики сделали. Так, вот смотрите, Крипер. Зомби. Эндермен. Вы сейчас увидите, как видит Крипер. Ман. Так. Я хочу посмотреть, как Эндермен видит. Офигеть! Ман, ну как? Офигеть, а что все такое белое? А Крипер видит, ма, все в зеленом, прикинь. Давай да поменяем, ладно, давай, блин, давай. Посмотри, как Эндермен видит, это прикольно. Да, просто все белое такое. Обалдеть, Крипер видит все в пикселях зеленых.
Смотрите, Бландермен вообще крипово. А дракон, интересно, может он видит как фиолетовое все? Не знаю, смотрите, как просто крипер, все просто зеленое такое в пиксельном. Блин, Ма, со зрением у него, конечно, вообще не очень, мне кажется. Прикол. Прикинь, давай, строй, короче, этот портал. Ма, прикинь, как заморочились разработчики. Прикольно. Прикольно. Смотри, я вижу, Ма, вон летающий. Ну как заморочились? Ма. Так, теперь, так, короче, давайте построим портал. Сейчас, ну-ка. И попробуем реально, друзья, с вами посмотреть, как видит Эндер-дракон. Мне, кстати, самому стало интересно сейчас так. Эндер. Ну что, Эндермен? Давай, кто кого? Все, исчез. Ма, че Эндермена тебя обижаешь? Ма, ну это мега прикольно. Прикиньте, друзья, вы можете поставить любого моба. Так. Так. Интересно, блин, мне интересно, этот дракона можно так? Мам, мне кажется, он будет по-обычному. Ой, блин, я неправильно сделал. Так, сейчас. Так. Ма, вперед! Let's go, залетаем. Так. Залетаем. Так, где он? Вот он летает. Так, переходим, друзья, в спектатор. Спектатор. Главное его еще догнать, Ма. Ну че? Блин, я не могу. Прикинь, нельзя в него вселяться, Ма. Нельзя? Это единственный моб, да, по ходу дела, в которого нельзя, блин, вселяться. А я-то хотела выстрелить. Что, получилось? Мне показалось, что я вселилась. Не, нет, мне показалось. А, да! А, нет. А, да! Блин, я не пойму. Я не поняла. Да, по-моему, но это как-то... Там, короче, как-то лагать начинает, что ли? Как-то подвисаешь, что ли? Да. Попробуем. О, да. Сейчас, ну-ка, сейчас, друзья. Сейчас попробуем еще раз, но, по-моему, просто как будто ты это. Ну-ка, сейчас. Да, что-то просто как провисание. Нельзя в него вселиться. Да, просто подвисает. Но все равно можно. Ну, не так, как хочется, конечно. Ума, если осторожно. Так, сейчас мы его загасим, переместимся в обычный мир. Итак, друзья, я получил медь бога. Пам! Подожди, чего? Не гасится? Ман... Я ты не просто могу... не попадаешь по нему. О, все. О, во, попал, видишь? Матлич. Сейчас, у нас тут и портальчик включится. А прикиньте, нельзя уйти до тех пор, пока не загасишь дракона. То есть, если ты пришел, ты должен его гасить. Да, назад это... дороги нет. Назад дороги нет, это конец. Смотри, это Майнкрафт. Опа! Появился. Мам, мы еще и в Майнкрафт прошли. Так, следующие лайфхаки у нас, друзья. Так, прилетаю на нашу базу. Ой. Ма, следующий лайфхак. Я на кровати. Ма. О, отличненько. Ма, это рядышком. Так, теперь можно сделать турель из снеговиков, Ма. Что? Ма. Ой, не могу, что за лайфхаки странные. Итак, друзья, смотрите, что мы для этого делаем. Короче, нам потребуется Ма. Смотри, что Ма. Так, сейчас я найду, где он. Короче, нам нужен, короче, блок адский, как он называется? Ма, как называется адский блок? А, вот, Незерак, правильно, Ма. Вот Ма всегда может подсказать правильно. Так, вот делаем вот так вот. Так, турелька, это же типа бам-бам-бам? Мать, бам-бам-бам. Теперь, короче, нам надо сделать до снеговиков. Сейчас, подожди, ну все правильно. Или не... Сейчас, подожди. Разместить очень много снеговиков, а точное число мы 24. Итак, смотрите, мы делаем вот так. Вот так. Раз снеговик. 24 снеговика. Мат, 3. 4. 5. О, интересно, а можно вот так? Сейчас, подожди, так. Маша, кажется, лайфхак еще новый будет, как быстро делать снеговиков. Так, ну-ка. Ага. Ма, ну... Ну, это то же самое, что бы ты и так делал, так что... Ма, ну, кстати, да... Блин. Ма, ну да, так даже дольше, я не еще вылазит. Короче, тогда не паримся, вот так вот, оп. Блин, оп. Не получилось запихнуть. Оп. Сколько ты там Ма, сделал? Ма, что-то, блин, вылезают уже. Ой, вылезают, так, ладно. Тогда вот так пока что сделаем. Так, ну-ка сейчас, оп. Так. Чтоб не вылезали, чтоб не... Так. Ой, Ма, вылезают. Они вылезают, это вообще сложно сделать. Так, тогда вот делаем вот так вот. Потом... Ой,
Не, не получается, они должны там как-то оставаться, ману, они не остаются, они будут. Короче, ладно, этот лайфхак все равно... Могу снеговики вообще. У нас этот лайфхак, да, не сработал. Так, тогда переходим к следующему лайфхаку. Дорогие друзья, мы самые крутые вам лайфхаки показали, но еще есть куча других лайфхаков, например, как проходить сквозь стены, а это вы увидите в следующем выпуске. Я хочу научиться проходить сквозь стены в реальной жизни. Да, прикиньте, короче. Я такой, фига, как ма зашел. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, когда она там сиренькает. И всем пока-пока. Ты вообще беспредельщик, такое нельзя делать, когда девочка, ты чего вообще офигел, что ли? Все, иди в лаву, блин. Мама, это ты сам пойдешь, блин, так ты вот это... Все. Ты делаешь обсидиан. Мавсидиан. Всем, друзья, пока. Всем покусики.